Вот сюда заходите как раз. Мы бы уже сделали забор, но тогда еще будет ванизма лучше и хлеще. Вот. Видите, какой запах? Тут дышать нечем. Вот тут у него, вот она 3 года, скотина, ни разу не убиралась, ничего. Я говорю, нам еще везет, у нас иногда ветер не с той стороны. А вот той бабушке вообще каранты. Куры, утки и коровы с новорожденными телятами. Казалось бы, вполне естественная картина для Гастагаевской. Вот только все хорошо в меру. Когда приусадебный участок превращается в ферму, а кустарное производство отравляет жизнь людей, о деревенской идиллии говорить не приходится. 6 лет назад у него стадо стало от 30 до 40 голов. И вот навоз он убирает только по просьбе уже нашей администрации. 1 раз в год вывозит. Олег Владимирович, вы подойдите, расскажите, сколько раз вы тут бываете, чем вы занимаетесь, что бонов, кого вызывали, кому сообщали об этом. Ну это жители же наши. Решение комиссиона выехать на улицу Советскую в Гастагае было принято на совместном приеме депутата Госдумы, спикера Краевого парламента и главы Анапы Юрия Полякова. Вопрос вышел на такой уровень, потому что законодательство не дает четкого ответа, как обязать фермера соблюдать санитарные нормы. Должны разработаны быть четкие правила благоустройства или содержания крупнорогатого скота. Если мы рассматриваем сельскую местность и у тебя есть соседи, ну пожалуйста, держи 3 коровы. Если тебе это по душе, это замечательно. Но когда у тебя на территории на 20 сотках с назначением ИЖС находится 44 крупнорогатого скота и навоз вывозится раз в год, я думаю, что никакому соседу это на самом деле не понравится. Штрафы не действуют, взывание к совести тем более. Посмотрите только, в каких условиях содержатся животные. Рой мух, грязный канал через двор. По нему, кстати, все благополучно стекает на соседский участок. Я весной не мог сажать, да, картошку. Часть посадила, часть, да, когда высохла земля более-менее. И там овраг прорыва, пришлось мне лопатой заравнивать. В общем, проблемы. И запах бесконечный. Вот это там стоит лужа зимой. Окна не откроешь. А еще соседи держат в страхе огромный ангар с сеном. На палящем солнце он может вспыхнуть от любой искры. В общем, вопросов к фермеру много. Даже по нормативам, вот ветнадзор говорит, по земельному участку это большое количество, поголовья надо уменьшать. Существуют нормы уборки, вы должны убирать каждый день. Обращаюсь ко всем службам нашим, которые на Анапском районе, уделить внимание бонову. Так продолжаться не может. Он использует все, электроэнергия, доильные аппараты, все. Это просто среди дворов жителей находится ферма. Бонов этого не понимает. Он ищет более дешевые пути реализации молока. И обратить внимание на всю его продукцию. И вас просто очень прошу и рекомендую вам заняться этим вопросом. Выход такой – снижать поголовье скота или переселять его на земли сельхозназначения. Муниципалитет готов изыскать подходящий участок.